Вам слово, Сергей Карелин. Замечательно, замечательно, Ирочка, ты молодец. Великолепно поешь, отлично двигаешься. У тебя все сложилось, полная гармония снята. Алла Ильинична, вам слово. Когда смотрела на Ирочку, я повернулась, посмотрела на Сергея Каюмовича, потом повернулась, посмотрела на Колю Лебедева. И они в улыбках в таких смотрели, слушали, внимали и еще немножко пошли бы туда потанцовывать, и у них бы получилось. Снято, Ирочка. И то, что это ваш жанр, это видно, слышно, понятно. И, конечно, вам должны предлагать сняться в мюзикле, который мы с Колей поставим. Самое сложное для режиссера, сейчас могу признаться, это не попросить второго дубля. Потому что хочется еще раз. Но выбора нет. Это очень здорово. Снято. Спасибо. Ты получила три снятых от нашего жюри. Браво.